В поселке Володарского Московской области оперативники накрыли подпольный цех по производству одежды и обуви. Таких известных брендовых марок, как «Адидас», «Боско», «Дечельеджи» и других не менее популярных. Над пошивом подделок трудилось около 300 нелегальных мигрантов, граждане бывших республик СНГ. Разрешения на работу, визы и регистрации у рабочих не было. Готовая продукция не соответствовала стандартам качества и санитарным нормам. Как зовут его? Нагим. Нагим. Откуда ты приехал? Азербайджан. Азербайджан. На территории Москвы и Московской области давно находишься? Нет, месяц. Месяц. Здесь чем занимаешься? Ничем. Просто гости еще. Гости. Кому гости? Родственники. Родственники? Родственники. Здесь чем занимаешься? Я не знаю. Вы здесь что делаете? Работаете? Да. А давно ли? Нет. 2 года. Нет, 2 дня уже. Два дня я здесь. И какая же зарплата у вас должна быть? Нет, это из дня. Один день сколько? То есть сколько вы сошьете, столько вы получите, да? Да. Ну а сколько вот за одну вещь, например? 1000. Каждый день 1000. Производство было поставлено на широкую ногу бесперебойно. Ежедневно отшивались горы контрафакта. Жили и трудились мигранты непосредственно в цеху. В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности выявленных граждан. И, соответственно, на месте работает следственная оперативная группа, которая документирует данный факт. Следственным органам предстоит выяснить, кто являлся организатором данного производства и куда поставлялись эти подделки. Татьяна Соловьева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, «Видное ТВ».